Салам алейкум, приветствуем всех. Это опять я, опять с камерой, да. Шутки шутками, да, я хочу еще раз заявить всем нашим гражданам, особенно воинам, которые воюют, которые готовы выехать, да, добровольно, да, для защиты, да, Российской Федерации, для защиты украинского народа. Никакие уступки мы не пойдем. Это господин Мединский что-то ошибся, да, он формировку, да, он неправильно сделал, да, он. И поэтому вам не стоит волноваться, у нас есть свой командир, президент, верховный главнокомандующий, который смотрит на 100 лет вперед, да. И вы, если думаете, что он бросит начатое, да, он просто так, вот как сегодня нам это преподносит, это никогда не правда. В Чеченской республике это была война, все западные европейские государства давили на Россию, поддерживали терроризм, потому что они, их спецслужбы, работники спецслужбы были, но он. Но президент закончил войну, восстановил республику, и мы живем на правовом государстве Российской Федерации. Но он. И того желаю я украинскому народу. И мы воюем, вот наши ребята сегодня по всем фронтам, да, он. Провели, ну, хорошую работу, освобождают села, кварталы. Я думаю, что несколько дней там полностью мы заберем основные объекты. И последующим, да, зайдем в Киев. Да, если Киев сам не придет к нам, то мы должны прийти, да, в гости, да, как нежданные гости, как говорится, да. Если гора не идет Магомед, то Магомед идет горет. Поэтому, если вы не хотите, чтобы мы пришли с войной, с войной не с украинским народом, а с теми бандеровцами, я еще раз призываю ВСУ, СБУ, станьте рядом с нами, с Министерством обороны. Давайте вместе уничтожим этих шайтанов, бандеровцев, нациков, да. Ваши предки воевали против них, да, он. Вы откуда взялись, да, он? Вы что, безродные, что ли, да, он? Нет у вас ни одного лидера, чтобы взять все в свои руки и сказать, да, я поведу свой народ на правильный путь, да, он. Хочу пожелать мира побыстрее на Украине и во всем мире. Ну, мы, как я вчера сказал, научились воевать не для того, чтобы убивать, а для того, чтобы защищать. Это у нас хорошо получается. Мы это будем дальше делать. Киев, я вас уверяю, да, если вы не приедете сами, да, и не выполните все обязательства нашего президента, верховного главнокомандующего, вам пощады не будет. Ни правительству, ни Рады, ни Мады, там, ни Зеленскому. Вас Европа и Запад не спасет, потому что вы преступники. Вы убивали десятки тысяч людей. У вас не оставят. Если есть в этом мире справедливость, вам будет конец. Поэтому лучше вам сегодня прийти, сказать слова такие, попросить прощения, в первую очередь, у украинского народа, потом у российского народа, у ДНР, ЛНР, и дальше строить свое будущее. Да, дать людям выбрать свое будущее самим и выбрать президента. Да. Аллаху Акбар, Ахмад Сила, только вперед и ни шагу назад. Да.